Пиротехническое шоу, много веселых игр и общения с друзьями. Дети с удовольствием пришли на эту встречу. В этом году так они отметили праздник Курбан-Байрам. 25 августа в исламском комплексе Саратова собрались гости и ребятишки не только из города, но также из самых отдаленных районов Саратовской области. Нужно детей приобщать с детства, да, к нашим традициям, к нашим праздникам. Все с детства, да, закладывается у нас. И этот праздник очень для нас важен, как для взрослых, так и для детей. Мероприятие организовала воскресная школа «Мактаб» при участии родителей и учеников. На этом празднике дети читали стихи о Курбан-Байраме и много развлекались. В этот день мальчики смогли помериться силами и спортивными навыками. Одни играли в мяч, другие увлекались борьбой, а третьи выстраивались в очередь, чтобы пострелять из лука. А на другой площадке девочки украшали себя мехенди и аквагримом. Так как у нас был уже опыт с Ураза-Байрамом, и очень хорошо он прошел, решили сделать еще один главный праздник мусульманский и подарить его детям. Пригласили мы аниматоров. Во-первых, украсили фотозону. Сами очень хорошо помогали родители в организации праздника. Купили сладкие подарки. Но самым интересным для детей было общение с мультгероями. Подвижные игры со знаменитыми фиксиками принесли море удовольствия всем ребятишкам. Внимание! Этот светлый и веселый праздник дал детям много позитивных эмоций и ярких впечатлений. Мне понравилось проводочки играть с мячиком. Мне больше всего понравилось стрельба из лука. Мне понравились фиксики. Они крутые и делали крутые пузыри. Все понравилось. И вот эти огоньки. На празднике с детьми встретился муфтий Саратовской области Мукаддас Хазрат Бибарсов. Он поздравил всех с Курбан-Байрамом, отметив его особое значение и глубокий смысл. А также в преддверии учебного года дал ребятам наставление. Хорошо вам отдохнуть, чтобы вам было весело, комфортно. Пусть Аллах даст вам баракят, чтобы Аллах дал вам иман, иншаллах, чтобы вы любили своих родителей, учителей своих, уважали их, хорошо учились. В конце мероприятия каждому ребенку вручили сладкий подарок. Кроме этого, всех угостили ароматным пловом. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.